В городе Туймазы, что в 150 километрах к западу от Уфы и рубрики «У наших юго-западных соседей по контурной карте», гаишники выловили нажратую автопилотку, которая войдет в криминальные аналы с фразой «Я ни в чем не буду расписываться». Вообще ни в чем не буду расписываться. А знаете, почему она ни в чем не хотела расписываться? Да потому что она уже была расписная. Выщемили ее ночью на улице не по сезону 8 марта. Изрядно прогруженная алкоголем дама без году ягода, ну то есть возрастом два стула, как у нашего турецкого друга Таипыча, катилась по 8 марта на поднебесном бездорожнике Джили Манджаро. Ну это как Килиманджаро, только Джили Манджаро. Походу китайцы действительно много чего в Африке скупили. Стиль езды пьяненькой Фемы показался гаишникам подозрительным, и ее с палки стопанули. Удирать пьяная женщина не стала, а вот права качать стала. Гаишники ее вежливо попросили пересесть в патрульный автомобиль, чтобы засунуть ей там в рот, и тут главное не делать пошлую паузу, дудку алкотектора. Но дама была на своей FM-волне, потому уперлась типа сфигали. Вы отказываетесь просто здесь уже настанет, правильно? Да. Девушка, в отношении вас будет применять физические силы? Нет такого закона физической силы применять. Есть где? Такая. Где? Федеральный закон где? Номер 3, статья 20. Нет такого закона. Покажите мне закон. Незнание вас не освобождает. И вас не освобождает незнание закона. Вы будете присаживаться еще раз? Нет, третий раз уже присаживаться. Вы отказываетесь, правильно? Все. Отношение вас применять. Олеся, представляешь, Олеся? В отношении вас также девушка будет составлен протокол по статье 19.3. Вы видели, что меня насильно засунули в машину? Вы видели, что меня насильно засунули? Не трогайте меня. Будучи вежливо засунутой в гаишный болид, Фема расстроилась еще больше от такой патриархальной вульгарщины и вообще ушла в отказ. Пройти медицинское свидетельство на состояние опьянения, вы согласны? Нет, я не согласна. Отказываетесь? Расписываться будет, что отказываетесь? Нет. Не будете, да? Вообще ни в чем не буду расписываться. Пройти медицинское свидетельство. Я вообще ни в чем не буду расписываться. Пройти медицинское свидетельство на состояние опьянения, согласны? Нет, я вообще ничего не буду. Нет, отказывайтесь. Вы спросите, а чего она добилась своей упертостью, которую ей, кстати, насоветовала по телефону, типа шибко юридически грамотная подружайка? Да просто дама попала под две административки. 12.26 КУАП за отказ от освидетельствования посредством дыхательной гимнастики, это лишение до 2 лет и штраф 30К, и 19.3 КУАП. Неповиновение, это арест до 15 суток. Пить или не пить, а потом рулить или не рулить, вот в чем вопрос.